Здравствуйте, уважаемые зрители. Разгорается дипломатический скандал после посещения ПКРС Карабаха. И вот МИД Франции сделал громкое заявление, но это пишет армянская пресса. МИД Франции назвал неприемлемыми угрозы Алиева, чем вызвал истерику в Баку. МИД Франции считает неприемлемым высказывание президента Азербайджана в адрес кандидата в президенты Франции Валерии Пекрес после ее поездки в Нагорный Карабах. Ну и до этого уже МИД Азербайджана заявлял, что визит в Карабах не может осуществляться без согласия властей Азербайджана. А кандидат, это мадам Пекрес, прекрасно знала, что этот тайный визит приведет к дипломатическому кризису. Ильхам Алиев заявлял, что мы не допустим посещения этих французских парламентариев и жестко это будем пресекать. Ну и теперь вот министр иностранных дел Франции Жан-Ив де Дриан заявил, что теперь впредь французские парламентарии и чиновники будут заранее уведомлять власти Азербайджана о своих поездках. Слова президента Алиева касаются выборного должностного лица и кандидата в президенты Франции. Они неприемлемы по форме и по сути. Я сообщил об этом послу Азербайджана Франции. Я говорю, начался дипломатический скандал между французами. И вот МИД Азербайджана уже начали писать письма, делать заявления громкие. Министр также напомнил, что французские депутаты и чиновники регулярно уведомляют МИД о своих зарубежных поездках, независимо от своих целей. МИД Азербайджана, в свою очередь, разразился типа истеричной тирадой по поводу заявления Ле Дриана, обвинив его в нарушении дипломатического этикета. Ле Дриан назвал слова Ильхама Алиева в связи с незаконной поездкой кандидата президента Франции Валери Пекрес в Карабахский регион неприемлемыми по форме и по сути. Безответственные, сделанные в неприемлемой форме комментарии французского министра о заявлении главы другого государства нарушают дипломатические традиции. В общем, международный скандал возник после посещения Валерии Пекрес в Карабах, и тут начались разборки. Но вот Караченко коротко заявил, Баку надо отстранить французов отсюда. В общем, нахер выгнать с Карабаха и не пускать их больше сюда. Азербайджану надо воздействовать на Францию финансово. Как передает Ахаразе, таким мнением поделился российский военный эксперт Игорь Караченко, комментируя визит французского политика Валерии Пекрес. С черного хода в Карабах. Она с черного хода зашла. Помимо дипломатической и политической реакции, Азербайджану надо наказать Париж финансово, отстранить пару французских компаний от выгодных для них проектов. И ни один кандидат в президенты Франции больше не осмелится ставить под вопрос территориальную целостность Азербайджана, отметил он. Ну, все правильно. Наказать французов за то, что они незаконно, как сказать, туда заезжают на территорию Карабаха и провоцируют там карабахских армян. Надо финансово нанести им удар. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.